Ребята, я Дня на Фурии, наконец-то у меня новое видео в Skull of Dragon. Также смотрите, это мой новый дракончик. Это тройной удар. Я его титанизировала. Вот так он выглядит. Вот. И я его называла вообще Fire Moon, но я его называю просто Луной. Луна это вообще девчачье имя, но я не знаю даже. Если хотите, напишите в комментариях, как лучше его называть, Луна или же огнем, или же Файером. Ну, в общем, напишите всякие имена, которые вы предлагаете для этого дракона. Так, сейчас я на нем играю, потому что на нем очень легко сражаться в боях, которые здесь каждые 2 часа проходят. У него очень быстро восстановился залп, то есть не надо долго ждать. Давайте сейчас мы его покормим, с ним поиграем, и я вам покажу, как это вообще выглядит. Как он быстро восстанавливает свой залп. Так. Так. Мы почти восстановили все. Так. Вот, все, мы восстановили. Точнее, покормили его. Теперь давайте поиграем с ним. Так. Вот, у меня есть мячик. Можно еще сегодня будет сходить на нашу ферму. Там уже должны вырасти помидоры там. Что там у нас еще? По-моему, подсолнух я еще там сходила, и драконью мяту, конечно же. Ну, в общем, мы там посмотрим уже, что там выросло. И надо как раз собрать там шерсть овечек и курочек собрать яйца. Так, хорошо, давайте. Он, кстати, довольно быстро летает. Вот это мне тоже очень нравится. По-моему, это дракон мне нравится, потому что он быстро летает, у него восстанавливаются быстро залпы, и он сам по себе очень красивый. Вообще, я люблю шипорезы, но он очень медленно летает, это мне не очень нравится. Да, я обещала же вам показать, как залпы восстанавливаются. Так, смотрите. Вот так вот. Очень быстро восстанавливается залп. Давайте теперь проверим, как восстанавливается залп у Дневной Фурии. Думаю, все запомнили. Так, давайте теперь ищем Дневную Фурию у нас. Так, это Дневная Фурия. Вот. И, кстати, после обновления Skull of Dragon у меня теперь все полностью на русском языке. Я могу вам показать, как это делается. Только давайте сейчас посмотрим, как залп восстановится. Вот, у Дневной Фурии он не так быстро восстанавливается, смотрите. Да. Ну что ж, а сейчас давайте приступим к тому, как же делать все на русском. Я думаю, многие знают, как это делать, но а вдруг кто-то еще не знает. Итак, ребят, мы уже в этом, как сказать, лобби, можно так сказать. Когда вы только зашли в игру, вы не нажимаете «Играть сейчас», или если у вас будет на английском, то должно быть «Play». Вот здесь у вас есть такая вот строчка, где будет язык. Тут можно выбрать ваш язык. Я выбрала русский, у меня просто все совершенно все на русском.
Поэтому советую вам так сделать. Ну, я думаю, вы знаете. Ну, или, по крайней мере, вы сейчас узнали. Так, теперь, как я и говорила, мы пойдем на ферму. Давайте возьмем нашего тройного удара. Так, вот он. Так, теперь идемте вот на вахту. Там у нас будет, как сказать, ферма. Итак, мы уже сюда телепортировались, теперь идемте уже на ферму саму. Так, сейчас мы зайдем. Вот мы и на ферме. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. О, боже мой. У нас тут все, как сказать, завяло, потому что я сюда долго не заходила. Давайте сейчас мы быстренько это все восстановим. Так. И нам надо будет сходить еще в стойло. Там у меня Беззубик должен какой-нибудь сундук, что ли, выиграть. Я не знаю, как это называется точно. Там, где задания, в общем, должны проходить эти драконы. Стоили. Думаю, все знают об этом. Так, у меня уже 8-й уровень. Я не знаю, что на 8-м уровне вообще дается. И сейчас мы посмотрим. Так. Хорошо. Давайте теперь все посадим. Что у нас? А, у меня только тут драконья мята и все. Да, у меня только драконья мята. Все, давайте сейчас посмотрим, что у нас еще можно вообще купить. Что на 8-м уровне там добавилось. Давайте сейчас посмотрим. Так. Семена тыквы. Вот, семена тыквы, да. Давайте купим семена тыквы. Давайте капусту купим. Так, что у нас еще? Кабачок, клубника, грибы. О, грибы вот. По-моему, грибы добавили. Давайте еще клубнику купим. И кабачки. Так, вроде бы все. Давайте посмотрим животное. Так, животное у нас только на 9-м уровне добавится. Это будет страус и улей. Ну хорошо, давайте подождем. Так, а вот. Надо сейчас полить драконью мяту. Теперь посадим клубничку. А посадим грибы. Так, что у нас еще? Вот надо, конечно же, тыкву посадить. Капусту и кабачок, что ли? А, да, кабачок. У нас одного не хватает. Ну, да ладно, я думаю, ничего страшного. Давайте это все польем и пойдем собирать шерсть и у куриц яйца. И потом как раз пойдем посмотрим, что там у нас Беззубик на задании выиграл. Ой, тут у нас ничего нет. Так, идемте теперь. Подстригаем. Так, теперь их надо покормить всех. Так, нам надо сейчас купить еще сколько нам еще? 6. Это если сейчас нам надо 2 корма, то еще потом надо будет 4. Ну, для того, чтобы еще раз их покормить. Ага, для участников там нет меньше тогда. Так, хорошо. И для курочек тогда я тоже куплю сразу 6. По-моему, я с курочками всегда покупала одинаково, поэтому
Так, а кого я из вас не кормила тут? Так, тебя кормила. Вот, тебя не кормила. Так, хорошо, теперь идем к курочкам. Так, собираем, собираем, собираем. Собираем и кормим всех вас. Так. У меня есть еще ферма возле океана, которую я купила, я не помню за сколько, но за гем я их покупала. Но там ничего нету, поэтому туда мы с вами не пойдем. Так, вроде мы здесь все сделали. Так, да. Поэтому сейчас мы отправляемся в стойло наше. Так, нет, чтобы легче нам пойти в стойло. А, тут нельзя так сделать. Ну хорошо, давайте телепортируемся в школу дракона. И в стойло. Я только вчера узнала, что можно в стойло попасть сразу. Ну, сейчас, в общем, я не знаю, как вам это объяснить. В общем, сейчас я вам все это покажу. В общем, мы летим вот сюда. И вот мы телепортируемся уже в стойло. И... Так, сейчас, вот, мы в стойле уже. Так, давайте, ага, у нас там яйцо какое-то уже вылупилось. Ага. Тут у нас очень долго. Ого, сколько? А что так долго? О, боже. Так. Хорошо, давайте, ну, заменим туда. Сейчас мы все это заменим. А, так, ну давайте отправим куда-нибудь всяких драконов. Так, дневную фурию я, конечно же, оставлю себе, потому что она мне нужна. Вдруг надо будет куда-нибудь на ней летать. Так. Тут у нас больше никого, ну ладно, давайте трое. Так, хорошо, теперь здесь у нас должен быть алмаз. Не, больше никого, ну хорошо. Так, и здесь. Кто у нас? Вот так вот. Так, старт. И здесь у нас... у меня все задания. Ну хорошо, давайте теперь пойдемте, наверное, на гоночки поиграем. Я не знаю, когда будет бой, потому что я вчера вообще видела, что он должен быть, но я слишком была занята и не пошла туда. Я пыталась все начитерить эти всякие, как его, гемы, вот эти сундуком, где мы сейчас только что были, где Беззубик. 72 часа еще ждать, пока он там найдет этот сундук. Как же начитерить, чтобы быстро прошло время? Но нет, все-таки у меня не получается это делать. Поэтому вот так вот. Ладно, давайте идемте сейчас. Телепортируемся на тренировочное поле. И пойдемте на гоночки поиграем. И я надеюсь, что там будут хотя бы люди. Потому что вчера я тоже хотела на гонках поиграть, но никто там не играл. И пришлось мне играть в одиночном режиме. Да. И, кстати, гонки, точнее, это как назвать, лобби, тоже поменялось. Вот, смотрите. Оно немножко другое, но давайте вот. Тут можно для чата писать что-нибудь, отправить, там, участвую в гонке. Это если вы хотите с кем-то играть, соревноваться или одиночная игра. Тут показана скорость, когда вы завели этого дракона. Ну, или... Ну да, когда завели, по-моему, этого дракона. Класс. А как называется? Вот к нам кто-то уже присоединился, но иногда еще какой-то человек. Тут есть знак вопросика. Да, ну давайте посмотрим, кто у нее. Так, у нее тут дневная фурия. Хорошо.
Так, у нее ой, 9-й уровень. Он. Кто-то присоединился, надеюсь, он нажмет. Вот, можно, если вы зашли на какое-то другое посмотреть, кто у нее там, например, вот у нее дневная фурия, то вы можете к себе вернуться, нажав на я. Ну, думаю, это логично. Так, кто у тебя? А почему? А, вот. А, в смысле, это не Громорог? А, вот, Громорог. Громорог, о боже мой, класс ищеек. Так, готовы к гонке, да. О, у кого-то тоже дневная фурия есть. 5-й уровень у нее. И у самой всадника 50-й уровень. Ну, это хорошо. Подождите, у меня у Безубика, по-моему, 50-й уровень. По-моему, да. Он у меня вообще был, как сказать... А, ладно, неважно, давайте играть лучше в гонку. Так, а почему я сюда вот так вот боком как-то? Так, это... Ладно, давайте. Давай вот так вот. Иди, иди, так. Эта карта мне это не нравится вообще. Она не это. Она плохая. Я тут не понимаю, куда лететь, особенно если вот тут есть короткие какие-то эти повороты, то я не понимаю, куда лететь. Так. О, можно за этой дневной фурией лететь, и ты поймешь меня. Точнее, я пойму. Так, ну, вроде, так, это время поруга тут у нас. Ага, она куда-то сидит. О, боже мой. Тихо. О, отлично. А, подождите, а что, я только с этой дни на фуре, походу? О, боже мой. А почему все повыходили-то? Даже не знаю. Я бы тоже, наверное, вышла, если бы я была последней. Ну, конечно, я никогда так не делала. Но если меня прям вот будет бесить то, что я буду самая последняя, то, конечно, может быть, и вышла. Но обычно нет. Не выхожу из игры. Так, я лучше по-своему полечу. Так, а почему я вверх полетела, мне интересно. А, она уже, по-моему, на третий круг заходит, или это уже третий идет? Я не считала. Ну ладно, не важно. Ой. Ага, это был последний круг, сейчас я тоже сейчас быстрее. Быстрее лети. Я должна... А, она покинула игру. Я не успела долететь. Я бы, наверное, успела долететь, если бы она не покинула игру. Ну, ладно. Допустим, теперь, наверное, еще раз давайте. Так, о, ужасное чудовище. Класс кочегаров. 3-й уровень. Кстати, а сейчас, походу, с малышами тоже можно вроде соревноваться. Я не знаю, надо будет попробовать сейчас с малышом как-то зайти. О, давайте, правда, сейчас попробуем. Так. А сейчас мы возьмем какого-то малыша, у меня их много. Так. Давайте зайдем в наше стойло. И малыша возьмем. Так, кто у нас из малышей тут? А, у меня немного даже малышей. Вот, у меня есть снежный призрак, малыш. Ну хорошо, давай снежный призрак. Ой, а где он? Ну ладно. Опа. Так, а как нам забраться туда? О, вот, тут есть прям ступенечки, прям как... Это... Ладно, не важно. Так, давай, вот есть.
Для входа на драконьи гонки уж дракон должен подрасти. Не-а, нельзя. Ага, тут у нас увеличится. Перейти к стадии ширококрылых. Полет, седлание, повышенное здоровье, повышенное счастье. Открыть игра огненного убийства, академия летного клуба, штормовая гонка. Все бонусы ширококрылых, еще больше здоровья, повышенная выносливость, бонус к урону, открыть все классы ширококрылых, драконье задание титана, мгновенный урон, уровень 20, это уже, ну ладно. Так, как же я давно хотела это прочитать. О, подождите, а как я тогда другого дракона возьму? Подождите, а где мой малыш? Так, понятно. Ну что ж, я не знаю, что нам еще поделать с вами, поэтому давайте будем прощаться с вами. Думаю, уже долго ролик идет, и не вижу, сколько он идет. Поэтому давайте, в общем, на этом... О, мой снежный прик. В общем, всем спасибо за просмотр. И всем пока.